World Gym Fitness Fest впервые принял Стерлитамак. Фестиваль фитнеса сезона 2016-2017 с помпой, идущей по стране, дошел и до нашего города. Обширная программа включала мастер-классы для профессионалов и любителей фитнеса, а также для членов клуба. Яркое выступление воспитанниц единственной Стерлитамаки секции по синхронному плаванию открыло первый чемпионат по плаванию на Кубок World Gym. Самые маленькие поодиночке, чуть постарше, уже в группах. Мы показали танец синхронного плавания. Танец из синхронного плавания, в котором очень много элементов красивых. А что было самым сложным? Последняя связка, которую мы сделали, ну, кое-как. Да. Мы ее учили очень долго, месяц, да. И у нас не получалось. Тренер уверен, воспитанницы добьются высоких результатов. За 2 года занятий для них это не первый экзамен на публике. За это время мы уже выезжали на спортивные сборы, ездили в Волгоград, в Челябинск. Этим летом мы собираемся в Таганрог на спортивные сборы и потом участие в соревнованиях. Надеемся, в этом году, что у кого-то получится выполнить какие-то спортивные разряды уже в синхронном плавании. У пловцов свои баталии. Заветная цель – Кубок World Gym и драгоценные медали достанутся только самым быстрым спринтерам. В соревнованиях приняли участие больше 150 детей и взрослых. Я соревнуюсь тут, чтобы быть спортсменом очень хорошим и завоевать кубок. Фитнес-клуб World Gym продемонстрировал участникам фестиваля все свои возможности. Мастер-классы различных направлений посетили более 60 человек. Йога в гамаках, умные приседания, зажигательная аэробика, пилатес. Каждый нашел занятие по душе. Фитнес-фест рассчитан на 2 аудитории – члены клуба и фитнес-инструкторы, чью профессию все чаще сравнивают с профессией врача и психолога. Его задача – довести здоровье и психологическое состояние человека до совершенства. Как правило, люди, которые не имеют длительного тренировочного опыта, они очень быстро срываются по причине того, что не добились той цели, либо цель была, в принципе, некорректна. Тренер является мотиватором, и большой процент зависит именно от того, каким образом с каждым клиентом, именно с точки зрения мотивации, работает инструктор. 3-дневный World Gym Fitness Fest назвали самым крупным в России. Среди именитых гостей Виктория Лил, руководитель образовательных программ лаборатории фитнеса FitLab. Она оказалась самым популярным спикером и тренером. Здоровый образ жизни – это прекрасно. И вы несете ответственность, прежде всего, сами за себя. Поэтому я бы очень хотела, чтобы люди, которые были на моих классах, это услышали. Я уверена в том, что так оно и есть. Идею клуба World Gym «Измени себя и мир» за 3 дня фестиваля приняли и поддержали десятки горожан. Фитнес несет очень благородную цель – сделать мир лучше, добрее, людей здоровее, чтобы было меньше проблем с настроением, со здоровьем. Все были довольны, счастливы, улыбались. Спортивные, красивые, подтянутые. Опять-таки, красота тоже радует не только человека, отражаясь в зеркале, но и окружающих. И знания подтянули. Клуб World Gym, оказывается, присутствует на всех континентах планеты, кроме Антарктиды. Самым эрудированным достались приятные подарки прямиком из США. Артем Ланягин, Владислав Щетинин, Стерлитамак, служба новостей.